Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. Я отбиваюсь от агрессивных тюленей. И я нашел-таки, смотрите, там замаячила наша база. А прямо под нами проход к этому самому главному изоляционному комплексу. То есть, короче говоря, все довольно близко на самом деле. То есть, ход, через который мы заходили, находится практически рядом с базой, которую мы с вами построили. Надо сейчас это дело отметить здесь, что у нас здесь эта база есть. И DCM просто отметим, что от базы мы отплываем совсем чуть-чуть, и там будет дырка вниз, и эта дырка ведет как раз в главный изолятор. Что-то здесь есть еще в этой лавовой зоне. Скорее всего, здесь, наверное, я так подозреваю, что здесь есть электростанция. Но где эту электростанцию искать, хер его знает. Так. Сейчас мы покинем циклоп. И... Так, радиомаячок мы сюда сейчас закинем, который будет называться база... База в лаве. То бишь в деньгах. Так, база в лаве у нас тут присутствует. Соответственно, теперь наша какая задача? Теперь у нас задача проверить тот комплекс, который находится там наверху. Так, сколько мы? 1220 метров. Так, идите отсюда все нахер. Так, мы набрали себе кучу... Кучу всякого мы набрали. Теперь нам надо сплыть наверх. С этой кучей всякого в кармане. И доплыть до объектов, которые меня тогда не пустило по каким-то причинам на мотыльке. Так, 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 так. Сплываем, сплываем, сплываем. Так, сплываем, сплываем, сплываем. Где-то мы там за что-то зацепились, но это, в принципе, похер. Или не похер? Не, не похер. Так, продолжаем всплытие. Так, продолжаем всплытие. Нет, это уже 900 метров. Здесь электростанции быть не может. Электростанции здесь быть не может, но что-то там быть может, поэтому... Нам надо сейчас это все дело найти. Так, куда мы поплывем только? Так, это у нас надмозги, очистка воды, инопланетян. Так, я, по-моему, плыву назад, да? Или нет? Так, точка встречи Авроры, суша. Не, не назад я плыву, я, по-моему, плавно все плыву. Так, все, тогда плывем тогда туда. Сейчас, если окажется, что мы плывем неправильно, придется развернуться. Если я правильно помню, то здесь мы сейчас найдем этот самый лабораторию. А за лабораторией мы должны найти как раз ту непонятную штуку, в которую я тогда не смог пройти. Да, вот на лаборатории у нас. Да, лаборатория нашлась. А вот где теперь найти эту херню, непонятно. У меня тогда не было с собой радиомаячка, поэтому отметить я ее не смог. Так, тут он брейкдансом занимается товарищ. Так, ладно, я пойду ее поищу и потом вернусь, чтобы не занимать эфирное время, потому что это мы все уже видели. Так, вроде как я нашел. Здесь вот есть такие две штуки. И за ними что-то виднеется. По-моему, это как раз та хрень, которую я уже находил. Так. Ну да. Прикольно. На мотыльке сюда пролететь было нельзя. Очень интересно. Ладно, посмотрим, что это за хрень тогда. Если это какая-то структура, в которой есть что-то полезное, то вообще даже не структура. Что это за херня? А, вон там что-то есть, я вижу. Так. Бля, да что ж такое-то? Лети! Лети, птичка, там много вкусного. Блин, я не могу лететь. Так, ладно, а так... Mm.
Ладно, я пешком пройду, хорошо, я не гордый. Типа, может, я в потолок упираюсь, я даже не знаю. Так. Но это телепорт. А где блок управления телепортом? Прикольно, он сидит на суше. Так, и чё? Это телепорт... куда? Ну так, походу, это телепорт откуда-то. Это выход. Потому что отсюда я его активировать не могу. Блять. Короче, говорит, херня какая-то бесполезная. Нет, может, она, конечно, и полезная. Да нет, кого я обманываю? Она бесполезная. Нахер мне выход в этой локации? Потому что если я отсюда выйду, а уж тем более пешком, то чего? Если она еще в один конец только исключительно, то я назад точно никогда не вернусь. Понятно. Не, ну, вентиляция, вернее, очистка воды не могла идти к этому самому, к порталу. Это как-то тупенько. Еще один портал у нас, но тоже нерабочий, затонувший, есть прям непосредственно под пушкой над островом. Он тоже неактивируемый. И непонятно, можно ли его вообще активировать. Явно это быстрое перемещение, но... Да чтоб тебя, что ж такое-то, а? Но как здесь быстро перемещаться, вернее, куда здесь быстро перемещаться, ровным счетом непонятно на самом деле. Так, ладно, надо плыть отсюда. Конечную точку мы нашли, в общем-то. С конечной точкой у нас проблем нет, здесь у нас есть телепорт, который нахер нам не нужен. Теперь надо понять, надо, наверное, изучить записи Дегази, куда они собирались направиться, потому что они, учитывая то, что я скрижаль оранжевого нашел у них, они как бы были явно больше в курсе, чем я. Сейчас я этим займусь и вернусь, когда у меня будут хоть какие-то зацепки. Так, я практически нашел выход на поверхность, но я-то нашел вот этих вот ребят прикольных, но мы их с вами уже видели. Я сейчас пойду парочку убью и заодно посмотрю, что они охраняют. Охереть, это водоросль. Очень страшно. Так, где эта тварь? Во-первых. Так, куда-то я не туда упал. Так, тварь. Да что ж такое-то? Что же такой мазила? У него такой большой череп, я должен был по нему попасть. О, отлично, ты сам пришел, да? Прекрасно. Так. Да-да-да-да. Слушайте, я думал, что вот этот вот мотылек, который мне привиделся, это вот этот вот кальмара-краб, только большой. Подожди, ты еще жив, что ли? Вот дерьмо. Ну и что они охраняли? Ничего? А нет, вот там столб какой-то стоит. Там стоит какой-то столб. Вы охраняли столб. Нет, еще столб. Так, вы охраняли два столба? Столбами всегда отмечена какая-то хуйня в этой игре. Местного производства. Так. Такой вот, да, ты? Ну-ну. А когда я починюсь, что делать будешь? Не подумал об этом, да? Вот что значит не думать о последствиях. Иди сюда. Куда ты там уплыл-то опять? Висячие кальмары. Так, ладно, давайте посмотрим, что вы тут охраняете.
Так, вы охраняете, видимо, вот это. Тик. И какая скрижаль нужна, чтобы сюда попасть? Так, фиолетовый. Фиолетовый располагаем. Располагаю фиолетовую скрижалью. Так, что-то у нас внутри. Это на комплекс не похоже. 4 куба и терминал с данными. Ну... окей. Допустим. Инопланетное святилище Бета. А, это то, которое я не знал, короче, где взять. Так, а еще такое? То есть мне кубы это забрать, что ли, просто можно и все? Так, а это хрень... Что это за хрень? Это хрень, я знаю, что такое. И что? Это никак не работает? Так, походу, это никак не работает. Ну ладно, я тогда их просто возьму себе. Нахер они мне, правда, нужны, я не знаю, ну допустим. Так, окей. Мы нашли святилище Бета. Святилище Бета. Что такое святилище Бета? И это зала состоит из ряда главных концентраторов данных, на каждый из которых водружен куб, а они объединены параллельно всей с главным терминалом, предположительно для обеспечения целостности. Необычайная сложность данных. Сохраненные данные поступили в систему со сканера по локальному терминалу. Оригинальный источник данных был по природе органическим. Данные свидетельствуют о том, что эта зала была убежищем исключительный случай для инопланетян, которого построили. В случае катастрофы они могли укрыться здесь и неким образом перенести себя в концентраторы данных для дальнейшего сохранения? Неясно, возвращались ли какие-то члены инопланетного вида, и как много душ сохранено в концентраторах. Но сохраненные данные слишком сложны, чтобы восстановить их при недостатке имеющихся данных. Ни хера не понял. Это можно отсканировать? Короче говоря, я загрузил... пришельцев себе, что ли, сейчас? Ну, видимо, я не могу этот самый... Видимо, мне надо найти остальные, что ли. Ну, ладно, будем смотреть. Если увидим еще где-то такие столбики, значит, соответственно, спустимся и поглядим, что это такое. В общем, надо смотреть на охранников. Там либо головоногие, либо телепортеры должны быть в любом случае. Просто так без охраны эти штуки не остаются. Так что это своего рода этот самый, как сказать, читерный сигнал, что здесь что-то есть. Я уже понял, что в этой игре все, что более-менее внятное и нормальное, охраняется всегда какими-то тварями. Либо это какой-нибудь левиафан, либо это что-нибудь помельче, типа вот этих вот ребят. Да, которые мне перегружают системы, твари такие. Где-то... Ладно. Самый большой недостаток данной подлодной лодки заключается в том, что здесь нету боевых торпед с каким-нибудь ядерным, не знаю, там, боезарядом, которые могут вот таких вот пидоров разнести просто в сопли. О, и вот таких, кстати говоря. Так, стоп. Идите все нахер отсюда. А откуда здесь взялся этот самый... призрачный левиафан, я что-то не понял. Я ж вроде их всех убил. Да, то есть, получается, этот тайник охранялся призрачный левиафан на самом деле. Прикольный подход. Так, ладно, мне надо наверх. А то мне от этих месячных скитаний под водой уже плохо. Я хочу на свет посмотреть, на солнечный. О, господи, как хорошо-то. Так, теперь нам надо отсюда нахер возвращаться. А то такое ощущение, что я где-то близок к краю карты. Поплывем отсюда нафиг домой. Так, 80% у меня остается. А это самое, меня там не потопили, кстати говоря. А левиафан не хочет нас отпускать, да?
Левиафан нас отпускать не хочет. Так, окей. Значит, нам нужно запустить систему пожаротушения. И идти... Где у меня починка? Где у меня починка? А почему заперто? А как я буду чинить, когда заперто? Любопытно. Любопытного на самом деле мало, ну ладно. Так, плывем тогда отсюда нахер. Самый полный ход. Так, газоочистители запущены. Так, газоочистители запущены. Теперь мы можем починить, починкой заняться. Так, окей. Так, этот гнильский левиафан, короче говоря, все-таки сделал свое грязное дело, а? Скотина такая. Окей, ладно. Так, это мы чиним. Главное, чтобы он сейчас на нас не напал. Мстит за своих сородичей, скотина, а? Которых мы победили. Так, все? Или еще дырки есть? Так, сколько он во мне дырок проделал? Еще есть. Так, еще есть? Да, еще есть. Так, тем тоже отремонтируем. И сейчас тебя отремонтируем. Ну что, не могу до тут допрыгнуть, что ли? Да, ну прикалывайтесь. Да, дебильненько как получилось. Вообще, этот тайник того вообще не стоил. Ну, только ионных кубов я насобирал. Может, они мне, конечно, нужны будут. Может, я пока не найду все тайники, я... Ну, блин, тайники — это чисто рандом. Никаких целеуказаний на то, где тайники находятся, у нас нету. Поэтому это будет как-то странно. Так, все, ладно, плывем. Плывем тогда домой. И теперь надо обобщить потихонечку все, что... у нас произошло за последнее время. Во-первых, мы знаем, что здесь еще бегает еще один левиафан призрачный. Ну ладно, это, в принципе, меньше из наших проблем. Мы его, в принципе, можем убить, если он вдруг будет нам очень сильно мешать. И это момент номер раз. Для того, чтобы попасть в самую последнюю изоляционный комплекс, в котором, скорее всего, находятся самые нужные нам данные, нам нужна синяя скрижаль. Где взять синюю скрижаль, я вообще без понятия. Вот прям решительно без понятия. Попасть как туда в этот комплекс понятно, но что с этим делать непонятно. Еще где-то нам нужно применить оранжевую скрижаль, которую я нашел у ребят из Дегази. Соответственно, скорее всего, наверное, если Дегази ее где-то там обнаружили, вряд ли они ее скрафтили. Наверное, они ее спиздили. Если они ее спиздили, то они ее взяли где-то из комплексов, которые находятся рядом с тем местом, где я нашел вторую базу. То есть имеет смысл плыть к острову и, соответственно, под этим самым островом тогда искать что-то еще. Мы теперь можем погрузиться куда угодно, поэтому, по идее, мы там, наверное, найдем все ответы, которые нам нужны. Вот если там ничего нет, тогда у меня проблемы, потому что тогда я хер его знает, куда нам надо. Да, сейчас пополню. Но пока мы не будем впадать в отчаяние. Пока предположим, что мы там найдем ответы на некоторые вопросы. На все, конечно, нам ответов не дадут, но на некоторые возможно. Возможно, мы там найдем какую-нибудь интересную вещь. Типа... Я на самом деле не знаю. Я ни разу не видел ни одного объекта, в котором применяется оранжевый скрижаль. Поэтому куда ее применять, я вообще без понятия. Надо скрафтить еще несколько себе этих самых. О, кстати говоря, мне зачем-то нужны были образцы водорослей. А, аптечки, точно. Мне надо сделать себе аптечко-делатель на всякий случай, если я опять повстречаюсь с телепортерами и... Ну и все, наверное. Да, аптечко-делатель мы сюда запихнем из водорослев. Опа, я без света все это время плыл.
Так, надо сейчас припарковаться где-нибудь на вулкане. Здесь наверняка есть. Тот вулкан, которому я присобачил теплоэлектростанцию. Можно встать рядом с ним, чтобы зарядить себе аккумуляторы. Так, только где он? Надо вспомнить. Он где-то тут прям вот. Я помню, что он прям вот где-то... Тут должен идти, да, вот должен идти луч. Луч идет у нас... Вот из этой фигни, получается. Ну, тут, наверное, вряд ли будет тепло на поверхности. Это надо туда плыть. Ну ладно, мы все равно припаркуемся вот здесь вот рядом. Может быть, этого будет достаточно. Так, все. Ты тогда у меня чинись. Я тогда сейчас займусь всякими аптечками, хренечками и прочей ерундой. И в следующий раз, во-первых, надо сейчас попить, чтобы не сдохнуть, кстати говоря. Это первый момент, который надо сделать. Так, ионные кубы мне с собой в большом количестве не нужны. Можно носить с собой вполне два, остальные можно выкинуть. По всей видимости, они мне не то чтобы вообще не пригодятся, но, видимо, они пригодятся для крафта оранжевых табличек, которых я так должен применить несколько, судя по всему. Вопрос только куда. Сейчас я займусь чтением записей Дегази и поиском необходимых данных для этого. Так, возьму с собой два куба, одну табличку, все, и по одной табличке. Аптечки, вода, так, это все остается. Окей, сейчас переведем дух. И завтра продолжим. Поплывем с вами к острову и посмотрим, что там охраняли местные надмозги, кроме базы Дегази. Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.